27 декабря МЧС России отметит 30-летие. По оценкам ведомства, за эти годы сотрудники успели спасти больше 2,5 миллиона россиян. Они всегда готовы прийти на помощь, работают в самых сложных условиях, на пределе своих возможностей. Пожары, наводнения, техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации. День спасателя будет отмечаться в ближайшее воскресенье. Но МЧС уже сегодня принимает поздравления. Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасатели пожарные не просто профессия, это образ жизни. Постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который у вас считается простой работой. Результаты этой работы – 1000 спасенных жизней. Подводя итоги года, отмечу, что в целом задачи по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации выполнены. За 30 лет служба превратилась в мощную современную структуру, в составе которой спасатели, пожарные, авиаторы, психологи, врачи, кинологи, водолазы и многие другие. Артем Сдунов благодарит их за эффективную и самоотверженную службу, особенно во время борьбы с коронавирусом. Когда столкнулись с вопросом, что заражение переходит не только от человека к человеку, но вирус находится в среде, конечно, возникла острая необходимость обеззараживать и делать это достаточно быстро. Поэтому большое спасибо именно за оперативность и то, что вы смогли это сделать в быстром режиме и, главное, в систематическом режиме. Многие спасатели в свой профессиональный праздник находятся на боевом дежурстве. Подразделения МЧС будут нести службу в повышенном режиме до окончания новогодних каникул. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости.